раз изменивши сновиденье. Слепой тоски моей не множь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпленье, забудь бывалые мечты в душе моей. Самых пылких лет все испытать душа успела, и на челе печали след судьбы рука запечатлела. Евгений Боротынский. Стихи Евгения Боротынского прозвучали в исполнении заслуженного артиста России Сергея Бехтерева. Край света. Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта. «Краем света» когда-то древние римляне называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира. И в наше время так называется высокий Галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова. Название «Край света» носит и восточный мыс острова Шикотан, и природный парк на острове Хайнань в Китае. Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21.10. Радиоклуб на Карповке о главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Имена, события, мнения. Радиоклуб на Карповке с Натальей Савойщиком и Кириллом Смирновым. В прямом эфире обсуждаем новое в законодательстве, бизнесе и социальной политике, в науке, образовании и культуре. Слушайте каждую субботу в 12.10 на Радио России. Умники, разумники! Каждый первый и третий понедельник месяца в эфире Радио России Санкт-Петербург игра викторина «Умники, разумники». Ведущие передачи Людмила Тюхина и Тамара Филиппова задают всем, кто любит наш город, простые и сложные вопросы об истории, архитектуре, культуре и выдающихся личностях Петербурга и его замечательных пригородов. Радиоигра каждый первый и третий понедельник месяца. Умники, разумники!